Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский, и сегодня мы посмотрим с вами Дин Хаус. Находится он в поселке Витязево на пересечении улицы Красноармейской и улицы Динской. Динская 1, конкретный адрес именно здесь. До моря расстояние 1,8 километра, Google показывает 22 минуты пешочка. Мы в конце видео с вами прогуляемся, и вы узнаете, как и сколько идти, что есть по пути. Про инфраструктуру магазина я расскажу, когда мы выйдем отсюда. А теперь давайте посмотрим непосредственно сам гостевой дом. Парковочных мест тут предостаточно для всех, кто приедет. Я думаю, вы сможете себе найти. Заходим на территорию и начинаем обзор дворика. Все симпатично, красиво. И давайте с бассейнчика. Бассейн каркасный. Хозяева заявляют, что используют все принадлежности, химию, фильтра, чтобы водичка была в нем чистая и прекрасная для вашего купания. Под навесиком, во-первых, есть видеонаблюдение. Это очень хорошо. Также работает везде Wi-Fi. Установлены столики для вашего отдыха. Купили вот такую вот колонку. Говорят, с караоке-системой. Можно будет даже попеть музычку, чтобы было комфортно всем вокруг, с голосом люди собираетесь. Детская зона для игры, то есть и для девочек, для мальчиков разнообразные есть игрушечки. Такая качелька. Туда дальше находится мангальная зона, которой можно воспользоваться. Также, смотрите, друзья, здесь кухня общая, которой можно воспользоваться для тех номеров, в которых кухни нет. Да, тут будут номера и с кухнями. И вот здесь вход именно в дом для тех, кто приезжает, там, уезжает, чтобы не проходить через кухню. Это тоже очень важно. Давайте посмотрим на наполнение непосредственно кухни. Так, мы заходим. Смотрим, тут столик есть один, если надо, доставят еще. Имеется холодильник, сплит-система, чтобы комфортно заниматься приготовлением. Стиральные машинки, стирки отдельно заказываются. Вы приходите, 100 рублей стирочка, вам выдали рыльно-мыльные принадлежности, вы постирались, в принципе, то на то сейчас и выходит. Здесь у нас есть набор посудки. То есть для количества людей нужного. Если чего-то будет не хватать, то вам с удовольствием это довезут, добавят. То есть, бессмысленно смотреть. Термопод, кстати, не чайник, микроволновая печь, то есть плита, вытяжка. Полный набор, причем все очень симпатично. И что стоит отметить, что гостиница полностью новая. Она не работала еще ни одного дня. То есть только запускается, вы сюда приезжаете именно в новые номера. То есть непользованная. Выход, помимо того, что у нас, как я говорил, вот он вход один сюда, и также с дома есть выход на кухню. То есть вам не придется через улицу там или еще как-то идти, если вдруг вам что-то понадобилось. Смотрите, она зеркальная идет. Здесь есть трехместных два номера, вот этот, там пятиместный, это семейный номер. На втором этаже и на третьем есть номер для двоих, который находится на месте кухни. Мы сейчас посмотрим все вариации номеров, которые имеются. Итак, заходим. Здесь у нас на входе нас встречает такой вот шкаф с зеркалом до потолка, прям очень большой, раздвижной. В каждом есть сейф для хранения каких-то там ваших вещей. Если вам принадлежность такая нужна, то, конечно же, она имеется. Здесь есть вешалочки, одеялки, то есть все, что вам понадобится, ребят. То есть, если чего-то не хватило, вы всегда можете обратиться к хозяевам, они вам всегда предоставят все нужные принадлежности. Запускаем санузел. Выглядит вот в таком формате. Вешалки, туалет. Это для принятия душа. Также раковина, зеркальца. И было заявлено, что на рыльно-мыльные принадлежности по требованию вам добавят, если что-то у вас закончится. И все, что надо. Здесь мы трехместный номер. Видим, что расстояние довольно-таки большое. Открывать во многие номера заходишь. Наши типичные гостиницы, они такие селедки, и ты там прям прешься возле кровати. Причем это касается не только гостиниц каких-то мини, да, но и больших отелей. Я такой тоже встречал. Здесь номер большой, напоминает
не сочинский, как мы отдыхали. Единственное, там был балкон, здесь балкончиков нет, есть только на втором этаже, но об этом позже. То есть у нас двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, каждому можно включить себе подсветку и отдельно стоящая кровать рядышком. Есть в каждом номере холодильник, сплит-система, телевизор, ну и Wi-Fi, я об этом говорил. Кстати, интересное наполнение, еще и водичка стоит. Клево. Так, этот номер мы только что посмотрели и идем в точно такой же, но зеркальный. Здесь сделаем блиц-обзор, чтобы вы просто понимали, о чем я говорю, что номера все абсолютно идентичны. То есть санузел у нас есть, заходим, смотрим, точно такой же, только в другую сторону сделаны. Кроватки, холодильничек, шкафчик, наполнение точно такое же. То есть номера большие, просторные. Идем в следующий. Также есть служебное помещение, в котором находится дополнительная сушилка, если вдруг вам надо, гладильная доска и утюг. Если надо, вам могут там предоставить и в личное пользование. Ну, вдруг вы любите каждые 5 минут что-то гладить. Приехали погладить. Следующий семейный мы посмотрим на втором этаже. Обратите внимание, лестница очень удобная, 47 размер помещается полностью, поверьте мне, это очень важно. И ширина, то есть мы тут втроем сможем с вами спокойно пройти. Лестница мне здесь, честно, очень понравилась. Поднимаемся на второй этаж. И здесь нас ждет уже и семейный номер. Давайте его оценим, что он из себя представляет. Я зашел, такой прям вау-эффект у меня появился. И смотрим, то есть все, мы закрыли. Кухня своя, столик свой, садимся, отдыхаем, кушаем, готовим себе. То есть вы получаете как квартиру, наверное, отличие от квартиры, напишите в комментариях. То есть набор посуды у вас также свой, чайничек, мойка, плита, вытяжка, микроволновка. Ну, в принципе, все есть, то есть еще раз повторяю, чего там будет не хватать, вы все просите, вам предоставляют, повторяюсь, самая фишка, что этим еще никто не пользовался. Вот вам ваша личная кухня, зона отдыха. Давайте теперь по комнатам пройдем. Здесь трехместная размещение возможно, двуспальная кровать и одна спальная кровать, также с подсветками, телевизор, шкафчик тоже, одеялки, если вдруг вам надо, плечики, ну то есть абсолютно вся инфраструктура, которая вам может понадобиться. Также есть сейф, да, во всех номерах. Выйдите вам, пожалуйста, на зеленую зону отдыха, в которую можете отправить своих детей поиграть. Хотя, я думаю, во дворе гораздо более интересно будет. Но там тоже горка есть для прогулок. Идем в следующую комнату. Здесь у нас еще одна комната с двухспальной кроваткой. Пожалуйста, также улеглись. Отдыхаем. Можно приехать в такой номер даже двумя семьями. На пятерых тоже где-то там в районе 650 рублей с человека сейчас размещение. Считайте, что это получается. Но вообще все цены есть, конечно же, на сайте. То есть вы можете посмотреть, либо по телефону позвонить. Телефон в названии видео. Я, в принципе, думаю, что и на экран добавлю, чтобы все могли увидеть. То есть, ну, все, что только может вам понадобиться, есть, в принципе, в этом номере. Давайте посмотрим еще санузел. Пожалуйста, туалет, вытяжка работает, раковина. Ну, в принципе, все есть, что может вам тоже захотеться. Пожалуйста. И нам осталось посмотреть здесь еще двухместное размещение. Там в районе, по-моему, 650 рублей с человека сейчас стартует цена. Всегда можно звонить, торговаться, предлагать какие-то условия. Вдруг вы на длительный срок приезжать. А, я, кстати, обещал показать балкончик. То есть в номерах курение запрещено, но здесь вы можете, вот, допустим, на втором этаже выйти на балкончик, на первом выйти на улицу. То есть вышли, покурили, зашли обратно. Все, никаких проблем. Закрываем балкончик и двухместное размещение. Здесь, как я говорил, два трехместных номера, они идентичны тем, которые находятся на нижнем этаже. Этот номер мне, кстати, тоже очень понравился. Вы заметите, кстати, вот, ну реально, все новые, все, муха не сидела, и можно приехать,
посидеть, так сказать, впервые там лечь со своей любимой на новую кровать, там еще что-нибудь в таком духе. Так выглядят кроватки. Здесь холодильничек, столик. А помимо всего прочего, обещают наладить трансфер, то есть будет с отеля для пляжа. Ну, об этом уже уточняйте у хозяев, потому что им посоветовал, говорю, это будет прям очень хорошо, потому что людям было бы классно там ездить на какой-нибудь, например, пляж Кавказ, чтобы их пару раз в день водили. С хозяином сказал, да, я уже думаю об этом. В ближайшее время, скорее всего, мы это все реализуем. Так что обращайтесь, уточняйте. Смотрите, здесь как бы сам музей очень интересный, тоже угловой. И, мне кажется, самый большой, клевый. То есть раковина, зеркальце, унитаз и зона для помывки. Здесь находится душевая. Уборка в номерах заявлена раз в 3 дня. Если вам надо, вам придут и берут чаще. То есть никаких ограничений в этом нету. Также телевизор, сплит-система и... Ну, все, что надо для хорошего отдыха в городе-курорте Анапа. Расположение 800 км, да, но все в шаговой доступности. То есть прогуляться можно и до Парали, можно на такси, то есть с этим проблем нету. И мы находимся в квартале от улицы Черноморской, на ней находится гипермаркет «Магнит», столовый, и по пути нам все это тоже будет попадаться на море. То есть вы можете на обратном пути заходить в «Пятерочку», покупать там или в «Магнит», тебе то, что вам надо, и приходить сюда. Сейчас я думаю, что мы на этом заканчиваем обзор гостиницы, и осталось нам показать только ваш путь, дорогу к морю и пляж, на который вы можете ходить пешочком. Дом, кстати, стоит под охраной. Если вдруг что-то случится, нажимаете кнопку, в течение 5 минут там приезжают ребята, которые помогут вам со всем разобраться. Не знаю, для чего это, но тоже прикольно, что есть. Это просто детская площадка в поселке Витязева. Сюда можно прийти поиграть. А это, знакомьтесь, кстати, Джаник. Пересечение с улицей Октябрьской, 12:39. И мы отсюда уже отправляемся. Частный сектор, квартал туда, до улицы Черноморская, как я и сказал ранее. Можно будет пройти. Мы дошли до улицы Пролетарская. Буквально квартал. С левой стороны «Магнит Косметик», с правой стороны столовая. И обычный «Магнит» находится здесь. То есть инфраструктура с магазинами совсем имеется. В летний период, когда будет больше туристов, здесь будут работать торговые точки. Они уже выставляли, кстати, я их видел. Фрукты, овощи продают именно кубанских, так сказать, производителей, все свежие. Чем прекрасен анапский частный сектор, ну, в данном случае витязевский, то, что везде деревья есть, розочки. Это улица Лизы Чайкина называется, мы двигаемся дальше. Это у нас пересечение с улицей Восточной, с правой стороны вот магазин «Продукты» работает. В ту сторону можно пройти, уже рядышком будет Тайхако, а здесь рядышком мой дом. Черешенка еще поспевает, такая красота. Уф, как хочется ее попробовать, но эта вещь из-за забора растет. Розочки, тоже все очень симпатично. Какая красота, гостиница здесь, там. Здесь, чем ближе, как говорится, к морю, тем выше становится гостиница. А в летний период времени, вот в этом месте, рядышком с улицей Солнечной, работает шашлычная. Здесь очень хвалят шашлычки, можно прийти, покушать, на заказ вам поджарят. Будет все очень вкусно, прям советую. Мы здесь прояснили. Шпажка 80 рублей Горького. С правой стороны у нас красно-белая есть. Здесь я вот не знаю, что-то новое. Раньше просто рыночек был. Сейчас перестроились. Ну и вот он, мой дом. То есть вот отсюда расстояние будет уже равно 1 километру примерно до нас. 12:50. Мы с мужчинником стояли, болтали еще где-то целую минутку. Знали, что здесь будет столовая. Прям все помещение подготавливается. В скором времени будет уже готово к запуску. Здесь люди готовят запуск винного магазинчика. А вот отсюда уже доносился до нас аромат шашлычка. Смотрите, здесь есть выбор. Можно пойти в правую сторону. Здесь впереди можно спуститься, будет в районе «Магнита». Можно вот сюда левее и пойти чуть вот там, более широкий тротуар вдоль улицы Точного переулка. Шпажки шашлыка по 90, 80 курица, 40 картофель. А крылышки в какую цену? 154 штуки будет. Отлично, спасибо. Узнав ценники, мы пойдем, что про... О, халява, ребята, халява. Срочно. О, о, первое... Блин, цвет к этому. А
Олег, давай фантазию у тебя у вас. Бомба. Дошли мы до Благовещенского переулочка. Единственное, что, друзья, вам сразу хочу сказать, вот я тут остановился. Время, запоминайте, 12:56. То есть почти 6-7 минут поели черешни на халяву. То есть почему бы и нет, собственно. Розочки, друзья. Какая красота. И здесь вот спуск. Он такой более крутой. Повторяю, с той стороны можно было пройти гораздо более пологим. Ну, и с колясочкой, и ступеньки. То есть все для вас здесь есть. Ходим уже к Южному кольцу. Спустились вниз. Это улица Роз. Гостевой дом мной. Южное кольцо. И здесь сейчас вы, во-первых, магазин вина видите. А во-вторых, тут находится Магнит. Пожалуйста. Работает. Ценники хорошие. И Южное кольцо рядышком с нами. Далее ребята здесь сделали кафешечку, в которой очень часто прям танцуют, веселятся, мангальчики. То есть, ну, прям вся инфраструктура, которая вам может только понадобиться. Ну, а это, дорогие мои друзья, Южный проспект. И здесь мы уже с вами будем сейчас переходить на ту сторону. Тайхака поехала. Привет им. Карня, гастроном. Все, что вам тоже может понадобиться в нем. Ждем открытия. Дальше жарят шашлыки. Так, обещают тоже в течение недельки открыться, заработать. Работают инфляционные. Здравствуйте. 7-й континент здесь. Южное кольцо. И мы потихонечку выходим на улицу Свет. Вот, 1:03. Мы постояли, поболтали, ребят. Чуть-чуть просто поузнавать, что когда открывается. Продолжаем нашу прогулочку. Сейчас получится, мы будем 2 часа до Боря идти. Хотя, ну, по Гуглу, по Яндексу выдает 22 минуты 1,8 километра. Поэтому я думаю, что верить лучше им. Тоже хорошая такая зона теневая. Здесь уже все работает, все торговые точки. Это просто великолепно. Пошлите, ребята, вход на рыночек. Здравствуйте. Здрасте. О, только одна точка, да, пока еще работает? Нет, две. А где у нас мост? Крымский рядом. Где? А что, 300 с лишним километров до Крымского моста? Вы о чем говорите? Ну, долетит? Махнуться? В смысле, на 100 километров? Ну, что вы знаете, что... Господи, не бойтесь. Так, ну, допустим, клубника по 180, здесь черешня там по 300 рублей, там два вида, по ценникам я расскажу в отдельном видео. Сейчас, смотрите, 1:06 уже, то есть мы везде там постояли, там постояли, там постояли, и на все время уходит. Ух ты, ребятки, открылась столовая «Марсель». Отдыхающий потихонечку есть. Сейчас зайду, поспрашиваю, почем ценники в столовой «Марсель». Это тоже нам интересно будет. Ребятки, только открылись, говорят, завтра, послезавтра все ценники будут. Зайдем, посмотрим в следующий раз. Ну, мы очень ждем. Говорят, и блюд пока у нас мало. Все круги, весь курортный ассортимент продают. Друзья, если вас какие-то цены интересуют, обязательно спрашивайте в комментариях под видео. Я буду заострять на этом внимание. Просто каждый раз иду, не вижу смысла как бы переснимать. О, как прикольно смотреть на розочки. Такая вас желтенькая. Красивенькая. Привет, привет. Здесь у нас тоже огромное количество роз произрастает. И прям такая красота ведет до моря. Друзья, какой цветочный аромат. Просто шикарно смотрится. Как приятно видеть отдыхающих, которые здесь у нас прогуливаются постепенно. Шикарно просто. О, кстати, все работает. И еще одна торговая точка с фруктами и овощами. Сейчас пойдем с вами посмотрим. Здесь все видно, что почем продается. Здравствуйте. Так, 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 ценники. Все подписано, все правильно, да? 150 по 200, клубничка 150 это за килограмм? Золоточек, золото. 200 рублей. Понял, помидорки 160, 50, огурчики 140, помидорки 380, черешня чья? Наша местная. 250 горох, 320 абрикосы, 300 виноградик, 250 перчик, 85 картошка, капуста? По 50. Арбуз по 130 чей? Это узбекский. Узбекский. И 340 нектарины. 60 рублей. 60 рублей. Да, килограмм. Это прям уже подешевело, это хорошо. Ценник вы посмотрели, друзья. Шубы продаются. Джаник решил себе выбрать, чтобы приодеться. Ну, прям жизнь появляется. Честно, ее еще очень мало, но появляется. Обычно здесь вот в это время с пляжа идет такой большой поток людей. Улица Серебряная, знойная. В ту сторону параллели у нас. И мы с вами практически добрались уже до... Но самое прекрасное место — улицы Светлой. Здесь у нас трогательный фонтан. Работает огромное количество разнообразных точек для покушать. Пироги продаются, одежда. В общем, все, что только вам нужно. С левой стороны хинкальная все еще не запустилась. Но я смотрю, что готовятся. И трогательный фонтанчик. Ну, вид, конечно, здесь прям шикарный. Подходишь, такая красота. Лавочка, вот люди уже пивасика покрывают.
за столиками отдыхают. Все очень симпатично. Ребят, кушали в прошлом году раков, шаурма была очень вкусная. В этом году какие у вас ценники? А у нас, в принципе, как бы, ну, сильно не поднялось. Шаурма будет стоить по 190, гира будет стоить по 240 рублей. Угу. Ну, сейчас, ну, с этими ценами. Пиво остается от 60 рублей до 70 рублей. Это за пол-литра? Да, это за 0,5, да. Угу. Как бы. А вот со второго числа у нас будет повар, мы запустим все это меню. Ну, минимально будем все это как бы делать. Домашние пельмени ручной лепки свиноговяжьи будут стоить 120 рублей порция. Туда идет сметана, перец, угу, отдельно подается. Хинкали будут стоить 65 рублей штука. Тоже перец, сметана уже в наборе вкусно. Ну так хватит про еду, давай. В общем, мы поняли. Значит, да, все приходим через несколько дней. Ну, будет в этом году будет большая кухня. Будут первые, вторые блюда будем делать, салатики будем делать, уже запускать. Вот сейчас со второго числа вот повар выходит. Все, мы это, придем, да, попробуем. Спасибо. Все, хорошего дня. Мы постояли здесь, пообщались, пьем коктейли. Коктейль 170 рублей, вкусно. Джаник там вот пивасик себе взял. В общем, мы уже пошли как отдыхающие. Че на море идем? Ну, что нам не кайфануть-то? Здесь фрукты, овощи тоже ребятки продают. То есть торговые точки работают по полной программе. Время, вот мы отсюда отходим. Потеряли еще где-то минут 15. Постоять, пока со всеми поговоришь. Лучше ходить с эфиром. На эфир как-то попроще. То есть люди меньше разговаривают, потому что камера стесняется. Здесь все такие общительные становятся, прям интересно даже. Мы выходим к аквапарку. Здесь прям вообще красотища. Продаются все аксессуары для купания и для детей. Кафе «Акрополик» работает. Второе блюдо 30 рублей. Мясо из рыбы, пожалуйста, вам предлагают. Все ценники хорошие. На машинках можно покататься. Это наш отдыхающий Жозе Фонтана зажигает. В общем, все шикарно. И мне кажется, в этом году даже как-то прикольно смотрится выход на море именно в таком формате. Ух ты, прикольно. Кокос. Одна штука 250. Мохито. Мохито, мохито, квас, мохито. А пивас почем? 150 рублей литр. Разные соки. Квасик. А вот они, пивасики пошли. Вкусняшки, куски, все, что вам только надо. Спасибо большое. И мы выходим дальше. Ну и, конечно же, здесь не могла не появиться какая-то инфраструктура. Прям смотришь на это. То, ради чего каждый год сносят дюны. Уже просто, знаешь, так идешь, думаешь, господи, ну как же так? Друзья дорогие, всегда уточняйте конечную стоимость татушек, потому что очень много прецедентов есть, когда люди ожидают одно, получают другое. Ну, как бы у них правда на их стороне, потому что они озвучивают цену за квадратный сантиметр. Там свои приколы, но я вам советую всегда уточните, что, сколько и почему стоит. И в конце лучше всего наперед отдайте деньги, и все. Здесь торговые ряды появляются. Расчищается как-то зона, это становится пошире. Тут прикладываются уже сходни на пляж. Девочки, как водичка? Отлично. Можно купаться? А зеленая, не? Зеленая, нет? Она у берега зеленая, чем дальше. Спасибо большое. Пляж «Аквамарин». Установил уже лежачки на весы свои. Все у них тут хорошечно. С правой стороны у нас уже работает банан. Катера возят на прогулке. Катамараны, пожалуйста, все для вас. Все, что вам может понадобиться. Катамараны, кстати, здесь уже есть прокат. Людей на пляже мало. Первый, потому что обед. Второй, потому что мало людей. И морешка. Море здесь, к большому сожалению, именно в этом месте зеленое. Я когда пролетал, видел, что в ту сторону было чистое. Но здесь пока выглядит печально. Вот так вот. Мы сейчас поднимем квадрокоптер и посмотрим вообще, что, как и где. А еще лучше прогуляемся, узнаем, почем стоят катамараны в этом году.
Можно, кстати, порадоваться о том, что пляжи пустые, вы прогуливаетесь, и вам абсолютно не надо ютиться с кем-то рядом. Вышли на любое место, прилегли и отдыхать все. Фу, смотрите, друзья, то есть вот если мы тут подошли, прям такая большая территория, зелени было, то вот даже здесь от берега я вижу, смотрите, буквально 2 метра. И дальше пошла чистая водичка. Прям кристально чистая. Сегодня купался. Море просто офигенное. Остается узнать только температуру водички. Джаник есть на телефоне. Всем занимается подбором жилья. Так у нас не получается с ним пообщаться. Температура воздуха, друзья мои, у моря 28 градусов сегодня. На 1.06.2022 года. И мы с вами сейчас, как я и говорил, зайдем просто в водичку. Там, где прям, ну, очень тепло. Ой, очень чисто. Немножко водорослей и перебираемся. Главное, чтобы не утонул я вместе с телефоном. И вот она, кристально чистая водичка пошла. В водорослях вода, как я сегодня рассказывал, гораздо теплее, то есть, чем там стоите. О, волны стоят. Ак, меня сейчас прям накроет. А, это прям грусть, печаль, тоска. А. Прям интересно, какая водичка, но именно печалька в том, что волны накрывают. У меня там и телефон лежит в одном кармане. В общем, ваше здоровье. Ой, вот оно, чистое море прямо рядышком с берегом. А если волна пойдет сильнее, но сейчас все это водоросли выплюнет, и получится, что море почистилось. 23,3 температура воды по колено. Там может быть прохладнее, еще что-нибудь. С утра сегодня было вообще плюс 20. Вот так вот быстро она прогревается у нас. Смотрите, банан стоимость 400 рублей с человека, на ватрушке покататься 500 рублей с человека. Если на катере вы едете, 1000 рублей взрослые, 500 рублей детские. Дети до 5 лет бесплатно. И море для вас, дорогие друзья.